Навруз Байрам – один из любимых национальных праздников народов Дагестана. Он символизирует начало весны. Воспитанники детского сада номер 15 «Незабудка» города Каспийска тоже присоединились к празднованию и подготовили небольшое тематическое занятие. Навруз Байрам – это старинный праздник, который отмечают жители многих стран Азии и ряда регионов России. В Дагестане проходят красочные веселые мероприятия по случаю праздника. Наш сад тоже не остался в стороне. Цель этого мероприятия – познакомить детей с национальным праздником Навруз, сформировать представление о народных праздниках наших предков, с его историей и значением жизни народа. На мероприятии присутствовали воспитатели и методисты дошкольного образовательного учреждения, а также почетный гость – председатель профсоюза работников образования города Каспийска Султан Имамаев, который, пользуясь случаем, поздравил председателя правкома сада номер 15 Казибат Ахмедханову с 55-летним юбилеем и вручил почетную грамоту за участие в конкурсе «Лучший правком Дагестана». Вы молодая, прекрасная, энергичная, оставайтесь такой, как есть. Я всей душой. Спасибо. Это грамота почетная. Далее воспитанники подготовительной школьной группы открыли праздничное мероприятие. Дети читали стихи, пели песни о родном Дагестане, а также рассказали, как на их языке будет Навруз Байрам. Помимо этого, девочки в колоритных национальных нарядах исполнили традиционный танец. Продолжился праздник спортивными развлечениями. Ведущая предложила поиграть ребятам в активные игры – крыша, не урони мешочек и скакание на мячах. Завершился этот красочный и яркий праздник зажигательной лезгинкой под аплодисменты гостей. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».